Чебоксары лидируют в рейтинге на самый привлекательный и узнаваемый город России. Интернет-голосование проходит на сайте городроссии.рф. Впервые такой список составлялся в 2012 году и был посвящен Году российской истории. В прошлогоднем рейтинге «Город России. Национальный выбор» больше всего голосов набрал Смоленск. Чебоксары тогда стали пятыми, оставив позади соседей по ПФО. В десятку вошла лишь Уфа. Москва по выбору интернет-пользователей оказалась лишь на 57-м месте. Новое голосование началось с февраля, и там выбирают десятку лучших. Столицы Чувашии отдали свои голоса уже более 3500 человек. Хабаровск отстает на 500 голосов. На сайте можно прочитать обо всех городах, участниках состязания на звание российского символа, увидеть фотографии их достопримечательностей. Главной целью голосования организаторы называют повышение стимула к путешествиям по России. Судя по рейтингу, Чебоксары скоро должны наводнить туристы.